Бендерскому казачьему округу 30 лет. Юбилей отметили скромно, сходом в краеведческом музее. Вспоминали историю. В начале 90-х казаки встали на защиту Приднестровья. Тогда погибли 93 человека. Из них 8 – казаки Бендерского округа. Память о них почтили минутой молчания. У каждого казака в первую очередь должна быть задача перед собой поставлена – это защита Родины, Отечества, страны. Цели и задачи, скажем, Черноморского казачьего войска, как соответственно и Бендерского округа – это развитие традиций казачества, ознакомление жителей города с традициями. Ну и работа с молодежью в духе патриотизма, занимаемся с ребятами, рассказываем об истории казачества, готовим к службе к армии. Сегодня в составе Черноморского казачьего войска 7 округов и 1000 казаков.